Pierre to react to Diana's song she titled Twinkle Women. Remember, Diana is a Russian superstar and talented singer. She is amazing. She got what it takes to give us goosebumps. Join me as I'm into this video. Let's dive in. Have that voice. Amazing song too. На позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на кошке, на девичьем все горел огонек. На кошке, на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Но знакомую улицу позабыть он не смог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было загадано, свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Не погаснет без времени золотой огонек. На душе у бойца от такого хорошего, от ее письмеца и врага ненавистного крепче бьет паренек. За советскую родину, за родной огонек. За советскую родину, за родной огонек. So emotional and so beautiful at the same time. So sweet. I hope you guys enjoy it. Tell me what you think about Diana's song in the comment section below. I see her as queen of songs from Russia. I hope you agree with me. Tell me what you think. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel if you are new here. And I appreciate all your time.
see you next time. Peace.